Проректор Омского медуниверситета Николай Николаев уволился после громкого скандала с умершей от ковида преподавательницей вуза. Как уточняют в пресс-службе образовательного учреждения, он написал заявление по собственному желанию. Стоит напомнить, в конце октября от коронавируса скончалась преподаватель медуниверситета Ольга Широкова. Сначала сообщалось, что она была вакцинирована от COVID-19, однако позже в соцсетях Николаев заявил, подлинность предоставленных Широковой документов о вакцинации не была подтверждена, а руководство вуза поверило ей на слово. После того, как его комментарий вызвал широкий резонанс, в ситуацию вмешалась ректор вуза Мария Левзана. Она заявила, о вузе не установили факт подлога документов. Более того, учреждение в принципе не имеет полномочий проверять достоверность сертификатов о вакцинации, тем самым опровергнув слова Николаева. На время служебной проверки проректора отстранили от должности, однако еще до ее окончания Николаев написал заявление на увольнение. Теперь должность проректора по региональному развитию здравоохранения временно будет заниматься профессор Андрей Песклаков. Что касается Николая Николаева, то он останется работать в вузе. Об этом он сообщил изданию «Новоомск», однако в какой должности озвучит только в январе.